Рассказывай, кого тебе сегодня купили? Зайца? Зайца. И ты решила зайца как-то назвать? Юля. А чё Юля? Не знаю. А ну покажи зайца. А где ты такое имя-то взяла? Не знаю. Ты сказала там что-то за Влада. На канале Влада 4 есть девочка Юля. Да? Да. Похожая на зайца? У нее два хвоста, как зайца. Да? Да. Иногда это два пупа. Ну расскажи, какая у тебя сегодня трагедия? Как тебя обманули? Сегодня с зайцем. Мы... На, Юля готова к прорастанию. Это Оля. Хорошо, Оля. Знакомьтесь, это Оля. Она готова к прорастанию. А Юля у нас заяц, да? Да. Ну. Мама запуталась. Ну рассказывай давай. Мы сегодня будем... Пришли в магазин. Мы сегодня пришли в магазин. Утром смотрим зайчика. Решаем посмотреть ему что-нибудь попозже. Ну, уходим, чтобы купить ему какую-нибудь одежду. Приходим, а зайчика скупили. Короче... Объясню простыми словами. Ты выбрала зайчика с голубым платьюшком. Да. Вот. Потом тебе его не купили. Потом а когда ты... решили купить, пришли в магазин, а его уже купил кто-то другой, да? Угу. Вот такая вот печальная история. Так у нас появилась Юля. Да. Да. Которая будет дружить с аксолотлем, да? Да. Где аксолотль твой? Аксолотль. Иди знакомиться с Юлей и Олей. Да? Да. Ну давай. Что случилось? Где Оля, где Юля? Где кто? Да. Неси свою Олю. Оля, тебя зовут. Олю. Все, Оля. Давай со всеми прощайся, иди сажай свою Олю. До свидания всем.